говорила, что если кто-то это забудет, чтобы ты не забыла. Вот это, что... Не забыли? Нет, это было. Это все не реально. Нет, использовали, когда она... Это солнце, так. Да. Потом, вот как все тут Юра и Рафики все рассказали, что она очень дорожила своими племянниками, она принимала участие в воспитании не только своей семьи, своих внуков, внучек и своих всех. Почему все так ее помнят? Потому что она принимала участие. У нее сестра стала молодая, с детьми, Николая. И бабушка подключилась к воспитанию всех своих племянников. Она их всех мечтала за племянников. И они, это их не вторая мама она была, потому что она действительно большое участие принимала. И всех она очень любила, была очень отзывчивая. И все вот эти ее качества мы от нее взяли на самом деле. Потом то, что вы рассказали, что она действительно очень вкусно готовила, она читала потом сам. Когда куда-то ходила в гости, приходила домой и говорила, как это так, одни и те же руки, одни и те же продукты, а невкусно, как это возможно? Она, для нее это не доходило, она это не понимала.